Учебный центр муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. ТТУ гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефонам 309-95-35 и 309-95-91. Продолжаются экскурсии членов районных общественных организаций ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Самара. На этот раз департамент опеки организовал для 100 представителей общественных организаций города экскурсию в село Ширяево. Ветераны и инвалиды посетили дом-музей Ильи Репина, узнали, как он здесь жил, как создавалась прославившая художника на весь мир картина «Бурлаки на Волге». Во время прогулки по окрестностям экскурсовод и познакомила гостей с творчеством местного поэта Александра Ширяевца, близкого друга Сергея Есенина, и рассказала о тайнах и легендах села, сообщает телеграм-канал департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. На территории Куйбышевского района располагаются сразу две сельскохозяйственные ярмарки. На Сухой Самарке, улица Белорусская, 131, и вблизи дома номер 20 по Молодежному переулку. Там представлен широкий ассортимент товаров: овощи, фрукты, мясо, мясная продукция, рыба, молочная продукция, мед, разносолы, бакалея. Здесь для покупателей доступна и сельхозпродукция от производителей Самарского региона и соседних областей. График работы павильонов ежедневно с 8:00 до 20:00. Информирует телеграм-канал Куйбышевского района.